30 марта в региональном центре по связям с общественностью прошел концерт, посвященный Дню единения народов России и Беларуси. Наши отцы и деды в одном строю, плечом к плечу, мужественно сражались на полях Великой Отечественной войны, отстояв наше право на свободу и мирную жизнь. Именно в 40-е Сибирь стала для многих белорусов второй родиной. Большинство так и остались здесь навсегда, связав свою судьбу с Омской областью. С 1992 года Омская область является одним из основных партнеров Республики Беларусь во внешнеторговых отношениях. Приятно, что налаживаются тесные связи не только промышленности и торговли, но и в других сферах, таких как наука, образование, здравоохранение, сохранение исторического наследия, культуре и спорте. Россия и Беларусь – это не то, что две сестры, это единое государство. И можно сказать такими словами, мы дружбы народам жадаем, и щирой братской любви. Родина моя дорогая, красуйся и в счастье живи. Поэтому и русские, и Беларусь, и все вот живущие в нашем, наш город многонациональный, как и вся страна, мы все делаем для того, чтобы жить в мире и дружбе. На концерте перед зрителями выступили солисты сибирского хореографического ансамбля «Русь», народного фольклорного ансамбля «Славянский венок» и народного ансамбля русской песни «Иван да Марья». Отличные события, отличные танцевальные номера, отличные песни, благодаря которым мы понимаем, что русский и белорусский народ едины, и сейчас делается все для того, чтобы эти народы становились еще ближе. Также в рамках мероприятия состоялось награждение участников и победителей областного творческого конкурса «Россия и Беларусь. Сила в единстве». Молодые люди представляли на суд экспертов работы, рассказывающие о дружбе двух народов.